Дом номер 22 на улице Ленина приговорен, но до сих пор ждет своего сноса. Ждут рязанцы. В феврале служба судебных приставов оповестила все рязанские СМИ о том, что в марте самопроизвольную застройку уничтожат. Но вот уже, как говорится, во всю апрель, а дом как стоял, так и стоит. Вот зимнее досье. Скорее всего, эта работа будет проводиться, наверное, не в течение дня, чтобы не мешать движению транспорта. Как все согласуем, будем надеяться, что это будет в ближайшее время, то есть в течение марта-апреля месяца. Хозяйкой здания по всем бумагам является некая Мария Шпрингер. На сегодняшний день о ее местонахождении нам ничего не известно. Но кем и, главное, кому приходится эта женщина – загадка, большой вопрос. Если это не важно, то что тогда останавливает исполнителей приступить к сносу? Непонятно. Никаких строительных ограждений вокруг таинственного дома нет. Стены его занавешены разноцветной ширмой непонятного и неприятного вида. Никакой активности вокруг дома не замечено. Ну а сами приставы, как ни странно, комментировать ситуацию на сегодняшний день не пожелали. Позже, мол, время пока не пришло, так и живем.